привет всем, с вами я Вика, привет из Будапешта. Побывали мы сегодня в Сент-Эндре, приехали назад, идем в кафе. Кафе «Август». Мы были в Буде, но здесь тоже открыли его. Сейчас проверим. Очень люблю их пирожные. Вообще все люблю там. Кофе не помню, хороший ли кофе был, но пирожные вкусные были. Здесь Бациуца район. Мы здесь жили. Очень люблю этот район. Чисто, спокойно, тихо. Все есть, все близко. Классно так. Такие чистые домики. Ничего не облуплено. Красиво здесь. А вон облуплено. Похвалила, называется. Такое красивое здание. Лепнина такая интересная. Типа под греческую. Классно так. Мы прошли. Вот тут, где вот это здание стекла. Если повернуть направо, идете прямо и направо. И там будет центр помощи украинцам. Если кому надо. Информационный центр. Там сине-желтый. Ну, не флаг, а цвет выкрашенный. Двери там, около дверей, панель. И по-украински написано, если кому надо. Что это? Пассаж. Мало народу почему-то. Ирландский паб с живой музыкой. Так тихо, спокойно, будний день. Вот. На выходные приезжают поляки, чехи, австрийцы, немцы, ну, вылазки делают. О, что за флаг? Это украинский? Не, почему? Похож на Львов, там лев. Не, что это? Пешт? Бармаги Пешт? Синя-желтый и лев. Как будто Львов. Но там по-другому. Там по-другому. Там замок и лев. Смотрели квартиры на продажу. ЗОС? Ага. Домашняя еда. Ну что ж дают? О, какие хорошие цены. Ну, благодаря фограм. О, по-русски, смотрите. Что там написано? Ну, надо почитать. Мы хотели бы контрабандой вернуть забытые старые венгерские вкусы. Контрабанды. Предлагаем вам новое меню каждый день. Завтрак до 10, затем обед. Приходите попробовать наши венгерские ароматы. Не ароматы, а вкусы. Короче, нормальные цены. Но это, не забывайте, что это центр. Центр. Здесь не самая дешевая еда. Смотрели квартиры на продажу, пока ехали в этом поезде из Сент-Эндре. Брошюрку взяли. Я свою квартиру продала за 10 тысяч. Не, подождите. За 50 тысяч? За каких 10? За 10 миллионов, за 50 тысяч долларов. Сейчас эта квартира стоит 50 миллионов. Это сколько? 250 тысяч. И это всего-навсего 17 лет разницы. В 5 раз подорожало. Угу. Но я ее купила за 5, продала за 50. Поэтому я не в обиде. А так бы купила за 5, продала за 250. Считайте. Вот, мы вышли вот там. Этот. Как его? Мост, если пойти вот здесь, где-то здание сюда, то выйдите на Чорнук. Этот большой рынок там продуктовый. Там и покушать можно вкусно, но не дешево. Сейчас найдем этот Август, если это он. Ну, даже, ну вроде он. Какие титаны.
такое здание интересное, непонятное. Я пока отключусь, потому что здесь очень шумно. Вот это кафе. Кафе «Август» с 1870 года. Наш третий день в Будапеште. Хотели зайти в базилику. Я каждый раз, когда я в Будапеште, я в базилику хожу. Люблю сюда ходить. Мы здесь жили недалеко от нее. 2 минуты ходьбы. Прикиньте, сейчас там за вход надо платить. 2300 форинтов, 350 это доллар. Короче, надо платить за то, чтобы войти в базилику. Это такое, такая жадность. Боже, я впервые говорю, дочке говорю, вот в Библии, когда Иисус разгонял этих продавцов в церкви, вот это эти же, вот это же делают. Как можно людям не давать в церковь зайти? Я вообще не понимаю. Венгры такие жадные стали. В каждом... Все, ну, понятно, что везде цены поднялись. Ну, чтобы настолько. И чтобы в церковь заходить. Это же музей, церковь. Обычная церковь. Ну, хорошая, красивая. Но все равно церковь, люди. Капец. Они дождутся, что сюда никто ездить не будет. Вау, я в шоке. Я в таком шоке. Прикиньте. Обалдеть. Слов нет. Не то, чтобы мне там надо было зайти. Я там была 350 раз. Но сам факт. Идем погуляем в этом. На колодоны. У меня дела потом. Через пару часов. Немножко погуляю. Хорошая погода сегодня. Так хорошо. Не жарко, не холодно. Тепло. Тепло. Классно. Блин, я в шоке. Я буду долго отходить от этого. Какие ворота. Только девушка там стоит и портит всю эту картину. Смотрите, какая работа. Какие эти. Кто-то здесь жил раньше. Я так люблю смотреть эти ворота. Двери в Будапеште. Это просто потрясающе. Мастер-пейс. Смотрите, какая работа. Обалдеть. Что сейчас такое не делают, да? Какая красота. Смотрите. Эти листочки здесь, вот это классно так. Как красиво, не? Как красиво. Сейчас. Какие-то буратины здесь жили раньше. Ходим гуляем. Пару часов нам надо убить где-то. В 1890 году этот дом построили. Где-то хотела посидеть, но я не могу уже кушать. Я наелась, только что покушали. И пить не могу, и ничего не могу. Не принимает уже желудок. Уже все забито. Но с другой стороны нигде присесть. Либо в отельки, а там убирают сейчас. Либо ходить. Я уже не могу ходить. Мы уже ходим 3 часа. И сесть где-то, и что-то выпить. Но говорю, я даже глоток воды не могу. Полный желудок. Сейчас меня это, чтобы не вырвало. Столько еды. Я мало ем. Я часто ем, но мало. А здесь как-то ешь, и пьешь. Я этот сок выпила 0,5 литра. Этот джус. Не смузи, а, короче, купили мы витаминные соки выжатые. Фреши. 0,5 литра. Потом покушали. Перед этим завтракали. Я уже не могу. Сейчас думаю, пойдем хоть кофе выпьем. Где-то надо присесть, отдохнуть. Убить этих пару часов. Пошли на речку, на Дунай погулять. Все лавочки забиты. Все забито. Нигде не присесть, ничего. Ну, на землю же не будешь садиться. Какие эти титаны.
Вот, где-то надо отдохнуть. Пойдем кофе попьем. Хочу показать. Мне сейчас просто нет желания ходить вокруг. Смотрите, эти викинги, а вот это что-то из Египта. Фараон, нет? Египетский. Интересно, что, просто так здесь ничего не ставят. А потом, смотрите, эти головы. И там тоже какой-то фараон. Где-то сейчас. Эти головы. Это первая, это византийская голова. Где она? Блин, вот. Это первая голова. Вот эта. Она византийская. Не? Типа. Интересно, что это.